Норвежский парк, который немножко и в черте города, а за городом, устроил семейный праздник. И здесь разные викторины, игры на природе, занятия спортом и все остальное. Угощения. Народ отдыхает. С погодой, правда, не удалось. Я решила погулять и заснять немножко. Вот здесь натянули сетку для детишек, они прыгают, скачут. Там закусочное кафе впереди, палатки, где они пьют чай, кофе, бутербродики. Ну, так развлекаются. Okej, okay, mina damer och herrar, ska vi ta en sång till världens flotteste damer som är kär bort i värld. Där är världens flotteste damer tyvärr, och de må jag gå hit på det här. Hon har något rött på sig, och hon är väldigt flott, och hon bär det på något här. Ja, hon bär det ett barn som är så snäll, och där var man är så här. Ничего интересного в этом парке. Я думала, здесь более красивый парк, более оккультуренный. А здесь обычный лес. Ну, может быть, пару беседок. Зажгли гриль для колбаски. Для... Что тут они кушают, не знаю. Поднимают детишек наверх. Как поднять? Какое развлечение?